Святого имени. И также он принимает вот эту прекрасную церемонию путешествия на колеснице. Когда я зажгу огонь, я попрошу Господа войти в эту форму, форму огня. И также для
формы огня есть свои предписанные методы поклонения. Мы будем поклоняться ему, воспевая ведические гимны и предлагая ему ги, это топленое масло, и зерно. Такова форма поклонения предписывается в ведах по отношению к форме, проявленной в огне. И порядок нашего жертвоприношения, нашей свадьбы будет таким. Сейчас я прочитаю благоприятные молитвы, которые очистят соответствующим образом атмосферу для того, чтобы мы могли поклоняться Господу. Затем мы предложим нашим молодоженам дать обеты верности друг другу. Они пообещают никогда не расставаться друг с другом и вместе практиковать эту духовную практику сознания Кришны. Дело в том, что в обществе сознания Кришны, в ведическом обществе, признается только одна форма брака, которая заключается раз и навсегда. То есть церемонии развода в ведическом обществе нету. И затем некоторые дополнительные церемонии, когда невеста будет обходить вокруг своего жениха 7 раз, потом супруг нанесет на пробор своей супруги красную кункуму, это тоже специальный благоприятный знак, и покроет ее голову концом сари, в знак ее целомудрия. И после этого уже начнется непосредственно огненное жертвоприношение. А сейчас, как я уже сказал, мы будем воспевать молитвы. Эта молитва известна как Брахма Самхита. Ее провел Господь Брахма на заре творения, прежде чем творить это материальное проявление. И, соответственно, прежде чем проводить какую-то благоприятную церемонию, мы также вспоминаем эти слова Господа Брахмы, обращенные к Господу Вишну, когда он хотел создать эту вселенную. Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарвакарана Каранам Чинтамани Пракара Садма Сукалпа Врикша Дакша Вритеша Суравир Абипала Янтам Лакшми Сахасра Шата Самврата Севьяманам Говинда Мади Пурушам Намахам Баджами Венукмананта Маравиндадалая Чаксам Бхаравартам Самашитам Будасундарангам Сандарпакоти Каманея Вишеша Шобьям Говинда Мади Пурушам Намахам Баджами Алола Чандра Карасатва Намаля Вамши Раджан Гарам Пранаяке Калавирасам Шьямам Трибан Галалитам Ниятта Пракашам Говинда Мади Пурушам Намахам Баджами Анганиясья Сакалендрия Вритти Манти Пашьянти панти караянти чирам джаганти Ананда чинмая саджудвала виграсья Говинда мади пурушам Намахам баджами Адвейтам ачютам анадим анантарупам Адьям пурана пурушам навайоманам ча Ведешу дурлабам адурлабам атма бхактам Говинда мади пурушам Намахам баджами Пантасту коти шатаватсара сампрагамью Ваюр адапти манасо мунипунгаванам Сопьясти ятра парасимня вичинтя татве Говинда мади пурушам
Тамахам баджами. Эко пьясара чайдум джагатанда котим. Ячавстир асти джагаранда чаяя данта. Андантараста параману чаянтарастам. Говиндамади пурушам. Тамахам баджами. Ярбава-бхавитадио манужастадхайва сампрапья-рупа-махима-санаяна-бхуша суктарьям-эйва-нигама-пратиташ-суванти говиндамади-пурушам тамахам-бхаджами ананда-чинмая-раса-пратибхавитамнис Абхирья эва миджарупа тая калабхи Голока эва нивасатта килатма бута Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Преманджана чуприта бхакти вилочанена Сантавса дева хидаешу вилокаянти Яшьяма сундарама чинча гуна сварупам Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Рамади Мурти Шукала Ниямена Тисхан Нанаватарама Карот Буванешу Кинду Кришна Свайам Самабават Парама Куманьо Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Яся прабхака бхавато джагатанда коти Коти шашеша васудхади вибхути виндам Ар брахманишкаламанантам ашеша бхутам Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Майя хияса джагаданда шатани шуте Райгунья татвишая веда витая мана Саттва варамби парасаттва вишудха саттва Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Ананда чинмая расатматая манасу Я пранинам пратипалам смаратам упетья Лилая тенна буванани джаятча джашрам Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Голока намни ниджадам нитале чатасса Деви Махеша Харидама Шутешу Эте Прабава Ничая Вихидашчайна Говиндамади Пурушам Амахам Баджами Сриям Шишти Типлалая Садхана Шакти Река Чае Ваясья Буванани Бипарти Дурга Ичхануруппама пияся чатешчатеша Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Ширам ядхада дивикара вишеша йогат Санджаяте нахитата причатасте хето Яшам бутама питатаса мупайки каят Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Нипарча эва хирашантарама бхупеча Нипаяте вивита хету самана дарма Ястадришева хича вишнутая вибхати Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Якаранава баджале баджатисма йога Нидрам ананта джагатанта сарома купа Адхара шакти мавалампья парам свамуртим Говиндамади Пурушам Тамахам баджами Яйсяйка нишвасита калам адхаваламбья
Дживантиро Мавираджа Джагаданданта Вишнур Маханса Ихаяся Кала Вишешо Говиндамади Пуршам Амам Баджами Васванья Дхашма Шакалешу Ниджешу Теджа Свиям Кият Прататаятя Пидато Датра Брахмая Эшча Джагаданда Видхана Карта Говиндамади Пуршам Амам Баджами Ятпада Палава Юга Винидхая Кумба Двандве Пранама Самаеса Ганадхираджа Винан Виханта Маламасья Джагата Ясья Говиндамади Пуршам Амам Баджами Агнир Махигда Ганамам Бумаруддишашча Халастадатма Манасити Джагатраяни Ясмад Баванти Вибаванти Вишанчиямча Говиндамади Пуршам Амахам Баджами Ячакшуреша Савитаса Калаграханам Раджа Самаста Сурамурти Ашеша Теджа Ясядная Брамати Самрита Кала Чакра Говиндамади Пуршам Амахам Баджами Дарма Тапапа Ничая Шрутая Штабамши Брахма Дикита Патагава Каяшча Дива Ядатра Матра Випхава Праката Прабхавай Говиндамади Пуршам Амахам Баджами Ясвиндра Гопа Матхавиндра Махасва Карма Ванханурупа Парабаджана Матаноти Харимани Нирдати Кинту Чабакти Баджам Говиндамади Пуршам Амахам Баджами Ямкротха Кама Сааджа Пранаяди Бхитти Ватсалья Мока Гуру Гарава Севья Павай Санчинтья Тасья Садришин Канам Апуретти Говиндамади Пуршам Амахам Баджами Шия Канта Канта Парапурша Кальпатарава Друбабу Мишинтамани Ганамаятаям Амритам Адхаганам Нитям Гаманам Абивам Шиприяшаки Чидарандам Джиатихапарам Абидат Аса Абича Ишвара Парама Кришна Сачидананда Виграха Анадиралир Говинда Сарва Парана Каранам Виграха Савинити Ки? Да! Господь Баларам Баладева Субхадра Ки? Да! Шилапрабхара Ки? Да! Итак, сейчас, чтобы мы могли начать нашу церемонию, наши молодожены должны сделать совершить церемонию Ачиман. Эта церемония проводится для того, чтобы человек очистился телом и душой, для того, чтобы принимать участие в огненном жертвоприношении. А сейчас вот я попрошу наших двух брахманов взять стаканчики, стаканчики. Сейчас нужно будет подставить руку вот таким образом правую. На нее капнут три капли воды. Мы прочитаем соответствующую мантру и нужно будет эту воду выпить. Вот таким образом. Итак, я буду произносить слово. Наши молодожены должны следовательно повторять.
Абавитра, Павитрова, Сарвавастам, Ратопивам, Ясмарит, Пундарикакшам, Сабабьянтарам, Шучим, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. И теперь выпиваем его. Чистый или нечистый, тот, кто вспоминает о Саупу Господа Вишну, тот освобождается от всех осквернений, как внутри, так и снаружи. И после Ачамана я должен пропеть молитву Мангала Шанти, для того, чтобы попросить благословения у различных могущественных личностей, у различных полубогов и великих вайшнавов. Ом Шамно Митра Шамваруна, Шамно Баватварьяма, Шамно Индра Брихаспати, Шамно Вишнурукарама, Намо Брамане, Намаштевая, Вамева Праттакшам Брамаси, Вамева Праттакшам Брамавадишьями, Ридам Вадишьями, Сатьям Вадишьями, Анимам Авату, Татвактарам Авату, Авату Мам, Авату Вактарам. Ом Шантиш, Шантиш, Шанти. Ом Шамна Митра Шамваруна, Шамна Баватварьяма, Шамна Индра Брихаспати, Шамна Вишнурукарама, Намо Брамане, Намаштевая, Вамева Праттакшам Брамаси, Вамева Праттакшам Брамавадишам, Ритамавадишам, Сатьям Авадишам, Танмамам Авид, Татвактарам Авид, Авин Мам, Авирин Актарам. Ом Шантиш, Шантиш, Шантирим. Ом Сахана Бхавату, Сахана Бхунакту, Сахавирьям Каравай, Теджасви, Нивадримастам Авидви, Савахай. Ом Шантиш, Шантиш, Шантир. Ом Пурнамада Пурнамидам, Пурнат Пурнамудачаде, Пурнасья Пурнамадая, Пурнамева Вашишьяте. Ом Шантиш, Шантиш, Шантир. Ом Ташмияра Вринимахи, Датум Агьяям, Датум Якьяпатай, Дай Вишвашти Ваштуна, Свасти Ману Себя, Урдвам Дигаду Вишаджам, Шанна Аштадипаде, Шамчатуршпаде. Ом Шантиш, Шантиш, Шантиш. Шибхавиндавинда, Ашьям Шумбхакхита, Ачитта Гатра, Вишнуратта Даса, Шри Кришна, Шатьярхам, Вивахасам Скара, Кармахам Каришьявим. Итак, после того, как мы совершили все эти необходимые предварительные процедуры, мы переходим к церемонии Каньядана. Сейчас наши молодожены будут давать друг другу обеты верности. И, соответственно, муж, он должен обещать всегда, в любых обстоятельствах, защищать свою супругу и оказывать ей свое покровительство до конца жизни, несмотря ни на какие обстоятельства, которые могут сложиться на жизненном пути. И, соответственно, невеста, она должна обещать, что она будет
помогать своему будущему мужу в духовной жизни, что она будет следовать по его стопам и будет верна ему без развода. Итак, сегодня мы совершаем церемонию бракосочетания для бхакты Руслана и бхакты Алены. Нужно взять сейчас гирляндочки вот эти и соединить руки наших новобрачных. Соответственно, правую руку нужно правую руку невесты нужно положить на правую руку супруга, на правую руку жениха. Эта гирлянда, она будет служить символом верности, символом этого брачного союза. Итак, дорогой мужья, бхакту Руслана, и обещаешь ли помогать в его материальной и духовной жизни, быть верной ему и не разводиться с ним? Ариго! Сейчас вы должны встать и поклониться божествам и преданным. Гирлянду вы можете положить уже вот на тарелочку. Также сегодня мы проводим брачную церемонию для бхакты Сергея и для бхакты Ольги. Итак, дорогой Сергей, берешь ли ты в жены бхакты Ольгу и обещаешь ли ты опекать ее в материальной и духовной жизни и оставаться верным ей и не разводиться с ней? Дорогая Ольга, берешь ли ты в мужья бхакту Сергея и обещаешь ли помогать ему в его материальной и духовной жизни быть верной ему и не разводиться с ним? Ариго! Выйдите и поклонитесь преданным, поклонитесь божествам. Также мы проводим сегодня свадебную церемонию для Хира Грахидаса и бхакты Алены. И Шриман Хира Грахидас, берешь ли ты в жены бхакты Алену и обещаешь ли ты опекать ее в материальной и духовной жизни и оставаться верным ей и не разводиться с ней? Дорогая Алена, берешь ли ты мужья Шримана Хира Грахудаса и обещаешь ли помогать ему в его материальной и духовной жизни, быть верной ему и не разводиться с ним? Арибо!
Мы совершаем сегодня брачную церемонию для Бхакты Аркадия и Бхакты Ирины. И я... Итак, сегодня мы проводим церемонию для Бхакты Олега и Бхакты Леси. Олег, берешь ли ты в жены Бхакты Лесю и обещаешь ли ты опекать ее в ее материальной и духовной жизни и оставаться верным ей и не разводиться с ней? Бхакты Леся, берешь ли ты в мужья Бхакту Олега и обещаешь ли ты помогать ему в материальной и духовной жизни и быть верной ему и не разводиться с ним? Арибо! Свадьбу, вашу Виваху Самскару, я обращаюсь к Бхакте Аркадию. Берешь ли ты в жены Бхакте Ирину и обещаешь ли ты опекать ее в материальной, духовной жизни и оставаться верным ей и не разводиться с ней? Бхакте Ирина, берешь ли ты мужья Бхакте Аркадия и обещаешь ли помогать ему в материальной и духовной жизни и быть верной ему и не разводиться с ним? Арибо! Тоже выйдите и поклонитесь божествам, поклонитесь Шри Прабхупаде, поклонитесь преданным и гостям. Церемония сегодня также проходит Бхакта Игорь и Бхакта Юлия. Бхакта Игорь, берешь ли ты в жены Бхакта Юлия и обещаешь ли ты опекать ее в ее материальной и духовной жизни и оставаться верным ей и не разводиться с ней? Бхакта Юлия, берешь ли ты в мужья Бхакту Игоря и обещаешь ли помогать ему в его материальной и духовной жизни, быть верной ему и не разводиться с ним. Арибо! Сегодня проходит также для Бхакты Вадима и Бхакты Юлии. Бхакта Вадим, берешь ли ты своей супруге Бхакты Ольгу и обещаешь ли ты опекать ее в материальной и духовной жизни и оставаться верным ей и не разводиться с ней? Бхакты Ольга, берешь ли ты мужья Бхакту Вадима и обещаешь ли помогать ему в его материальной и духовной жизни, быть верным ему и не разводиться с ним? Арибо! А теперь еще раз соедините свои руки и... Итак, сейчас Матаджи окропит ваши руки водой из Панчапатры, и я прочитаю священную мантру.
Нараяная Видьмахи, Васудевая Римахи, Анна Вишна Прачарин, О, Махадивяча Видьмахи. Жених убивает Гурляму Мишку. Эта церемония называется Мангаля Дарма. И сейчас невеста должна будет обойти 7 раз вокруг своего жениха. И после этого вы уже сядете, но поменяетесь местами. То есть если до этого невеста сидела справа от жениха, то теперь жених будет сидеть справа от невесты. Так, пожалуйста, обойдите только, может, сначала подвиньте зерно с бананами, чтобы не сбить их. И смотрите, вот сзади там тоже стоят, соответственно. Так, 7 раз обойдите вокруг своего жениха. Ом свасти новайда, свасти но чарантау, свасти но васудево вишну дедхату, свасти но нарайно нарвай, свасти на парманава прошеттама дедхату, свасти но вишвакшина вишвешвараха, свасти но хришикишу харир дедхату, свасти но вешнетья харин, свасти но джана сута анур бхагавата дедхату, свасти свасти самагара иша махан, Шри Кришна Шачитананда Гана Сарвешвареш-Вараху Дадхату. Ом Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, пожалуйста, садитесь. И теперь Клани и Мададжи, вы, пожалуйста, подойдите к нашим молодоженам и скрепите конец сари Мададжи и чадр жениха крепким крепким узлом, чтобы он не развязывался. Этот узел он символизирует крепкость брачных уз, и он не должен развязываться в течение 7 дней. И сейчас, после того, как Матаджи завяжет эти узлы, жених должен будет нанести на пробор невесты красную полосу, синдур. У всех есть этот порошок? Значит, вот у нас есть тут немножко этого синдура, 2 пакета. У кого нету? Ага. Получается очень сильная защита для ее супруга. В Индии очень знаменит эпос Рамаяна. В нем рассказывается о идеальной супружеской паре, о Господе Рамачандре и матери Сити. Так вот, Хануман, их преданный слуга, как-то раз увидел, как мать Сита наносит этот пробор, он спросил у матери Сита: «Для чего, дорогая Сита, ты делаешь это?» Она сказала ему: «Ну, вот, пока я наношу этот пробор моего славного супруга Господа Рамачандры, все дела складываются очень удачно, он защищен во всех отношениях». И тогда Хануман сбегал, весь выпутался в этом красном синдуре, напугал всех жителей дворца. Когда его спросили, зачем ты это делаешь, сказал, что ну, если мать Сита просто небольшую полосочку наносит красную, и это дарует Господу Рамачандру удачу, я хочу, чтобы у Господа Рамачандры вообще не было никаких препятствий на его пути, и поэтому я обмазался в этом красном синдуре. Целиком в синдуре обмазываться не надо, но с сегодняшнего дня, после того, как супруг нанесет этот синдур на пробор,
вы должны каждый день сами заносить этот сидур для того, чтобы удача не покидала вашего супруга в его делах и в его духовной жизни. Так, пожалуйста, сделайте это. Итак, сейчас, пока у нас не пошел дождь, мы постараемся зажечь огонь и призвать в него Господа Вишну. И после этого мы будем воспевать мантры, такие как Пуруши Суктам, такие как молитвы нашим очевидцам. Yajjakanamagni agachi agnitvam yajjakanamasi Om yajjakanamagni avahayami sapayami Prabhu kripaya sugatam kuru Sada pashanti sure divi vachushura tatam tadvi prashavi panyo yagrivasam samichvati vishnoryat paramam padam Om Krishna Vai Sachitananda Gana Krishna Adipurusha, Krishna Purushottama, Krishna Aut Karmadivaram, Krishna Sarvakaraya, Krishna Kashamkrit Adisha Mukha Prabhu Pujja, Krishna Nadishtasmi Ajantar Bahai, Yanmangam Tam Lapati Kriti, Aham Kraturaham Yajnam, Savadham Aham, Asha Utham Mantraham Aham, Evajam Aham Agnir Aham Hutam, Om Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, сейчас мы переходим к церемонии огненного жертвоприношения, и мы будем делать это следующим образом. Сейчас я буду совершать Пуруша Хома. Я буду читать молитву из Пуруша Сукты и в конце говорить слово Сваха. В этот момент молодожены должны брать зерно вот этими четырьмя пальцами, не касаясь указательным, и бросать в огонь. Соответственно, сейчас вы можете подвинуться чуть поближе, чтобы вот те преданные, которые находятся сзади, могли бы попасть в огонь. Сейчас мы будем совершать Пурушу Хому, затем будем читать Мангала Чарану, совершать поклонение великим святым личностям, и в конце мы будем возлагать вот эти бананы на огонь и будем просить Господа о благословении для наших молодоженов. Так, сначала Махавьяри Чухома. Ом Свахайрам Вишнаве Дамнамама. Ом Свахайрам Читайрам Намама. Ом Свахайрам Нараяне Дамнамама. Ом Свахайрам Нантай Дамнамама. Sahasrashisha Purusha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumi Vishvata Vitva Atta Ishta Dashangulam Sabaha Idam Krishna Idam Namamam Om Purusha Evidam Sarivam Yad Bhutta Yachabhavyam Bhutta Vritva Sishana Yadani Nakirohati Savaha Idam Krishna Idam Namama Om Yetavanasya Mahima Ato Jayamsta Purusham Padosya Vishwa Bhutani Tripadasham Ritam Divi Savaha Idam Krishna Idam Namama Om Tripadurdva Udaj Purusham Padasya Bhavat Punam Tato Vishwan Vyakramat
Сашана Нашане Аби Севааха. Идам Кришна, Идам Намама. Ом Тасмат Вираджаята, Вираджа Арипуруша, Саджата Аттаричата, Пашчат Бхуйма Топураха. Севааха. Идам Кришна, Идам Намама. Ом Ят Пурушена Хавиша. Devayajna Vajanvata Vashanta Shashitajam Rishma Irvasharadavi Savaha Idam Krishna Idam Namama Om Sapta Shashan Paridaya Ita Sapta Samira Krita Devayajnam Tanvana Abadnan Purusham Pashum Savaha Идам Кришна, Идам Намама, Ом Там Яжнам Бархиши Праухшам, Прашам Джатам Агратаха, Эна Дева Яджанта, Садья Ричаяшчае, Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Тасма Джатна Сарбахута, Самрита Прашитаджа, Ашам Тамшчакре Вайявья, Аранья Грамьявшчае Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Тасмат Яднат Сарбахута, Ича Самани Ягнире, Самдамши Ягнире Тасмат, Яджа Садмана Джаята Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Тасмат Асва Аджаянта Икичабья Адата Яваха Ягнире Тасмат Тасма Джада Джавая Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Ят Пуруша Ваядадуху Катитха Вакалпаяна Мукам Ким Асья Аубаху Кауру Падаучаде Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Брахманасья Мукавашит Бахуражна Криятаха Урутатасья Ятвашья Падвиям Шуджаятам Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Чандрамама Насо Джаташ Чакшо Суриаджаята Мукат Индрашчагнишча Танадвадьярджаята Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Навья Ашитантаришам Ширшна Дисамавартата Падвиям Бумирдишаштатрат Атхалакана Калпаян Севааха. Идам Кришна, Идам Намама, Ом Ведахам Этам Пурушам Махантам Адичья Варнасы Тамасту Паре Тамива Вадитвати Бричу Мэти Нанья Панта Идаян Янаяна Севааха. Севааха. Севааха, Идам Вишна, Идам Намама, Ом Бхаваха, Севааха, Идам Чутья, Идам Намама, Ом Сва, Севааха, Идам Нараян, Идам Намама, Ом Бхава, Сва, Севааха, Идам Ранта, Идам Намама. Так это была Пуруша Кома. Как вы знаете, молитвы Пуруша Сукта воспевают полубоги, когда хотят обратиться к Господу Вишну с какой-то просьбой. И сейчас мы просим Верховную Личность Господа Вишну, чтобы он даровал счастье и духовный прогресс нашим молодоженам. И сейчас мы будем читать далее молитвы Мангала Чарана. А мы будем это делать следующим образом. Я буду произносить слово или фразу, и присутствующие преданные должны вслед за мной ее повторять.
Ом. Агьянам. Нимирандасья. Дьянанджанам. Шалокаям. Чакшур. Умиритам Йенам. Тасмай. Шри Гураве. Намахам. Идам Гураве. Севахам. Идам Намамам. Ом. Шри Читаньям. Манобиштам. Тапитам. Яна Бхуталим. Твоям Рупам. Тадамахьям. Тадатим. Свапарантикам. Идам Рупаям. Свахам. Идам Намамам. Вандехам. Шри Гурам. Шри Ютам. Паракамалам. Шри Гурун. Вайшнавамшчам. Шри Рупам. Саграджатам. Сахаганам. Рагунатам Видам. Там Садживам. Садвейтам. Савадутам. Хариджана Сахитам. Кришна Читанья Девам. Ширада Кришна Парам. Сахаганам. Лалитам. Шивишакхан Витамшчам. Идам Гурубьям. Севахам. Идам Намамам. Намам. Ом. Вишну Падаям. Кришна Приштхаям. Бхуталим. Шриматим. Бхакти Ведантам. Свамин. Ити Наминим. Намасте. Сарасвати Девим. Раудаваним. Прачариним. Нирвишешам. Шуньявадим. Пашчатьяришам. Кариним. Идам Прабхупадаям. Свахам. Идам Намамам. Намам. Ом. Вишну Падаям. Кришна Приштхаям. Бхуталим. Шриматим. Бхакти Сиддхантам. Сарасватим. Иди Наминим. Шиваршабханами. Деви. Дайтхаям. Трибабдхаям. Кришна Самбандам. Вигьянам. Даиним. Бхавим. Намахам. Мадхурьяджвалам. Примадхьям. Шрупанугам. Бхактидам. Нигаурам. Арунашакти. Виграхаям. Намастутим. Намастим. Гаураваним. Шимуртаям. Нинатариним. Рупанугам. Вирудхам. Абхасидхантам. Вантахариним. Идам Бхактисиддхантаям. Свахам. Идам Намамам. Намам. Гаура
Кишорая, Сакшат, Вайрагья Муртая, Випраламбам, Расамбодим, Адамбуджая, Те Намахам, Идам Гара Кишорая, Севаха, Идам Намахам, Намам, Бхактивинодаям, Сачидананда, Наминим, Гаурашактим, Сварупая, Рупанугам, Варайатим, Идам Бхактивинодаям, Севаха. Гаравирабхавам, Бхумитвам, Нирдештам, Саджанаприям, Вайшнавам, Сарвабхамам, Сриджаганатхаям, Те Намахам, Идам Джаганатхаям, Сваха. Идам Намахам, Ранчакалпам, Шарубьяшчам, Випасинхубьям, Эвачам, Падитанам, Саванебьям, Вайшнавебьям, Намо Намахам, Идам Вайшнавебьям, Саваха, Идам Намахам, Намам, Махаваданьяям, Кришна Премам, Радаятим, Кришнаям, Кришна Читаням, Наминим, Гаратвишим, Намахам. Идам Гурая Девайям, Саваха, Идам Намахам, Панчататвам, Атмакам, Кришнам, Бхактарупам, Сварупакам, Бхактаватарам, Бхактакьям, Намами, Бхакти-шактикам, Идам панчататвайам, Саваха, Идам Намахам, Хе Кришна, Арунасиндхам, Динабандхам, Джагатпатим, Гопешам, Гопикакантам, Радхакантам, Намастутим, Идам Кришнаям, Сиваха, Идам Намахам, Джаятам, Сратхау, Пангар, Мамамандаматир, Гатим, Матсарвасвам, Парамбоджам, Радам, Маданамоханам, Идам Самбандхадивайам, Самбандхадивайам, Сваха, Идам Намахам, Дивьят Бриндараньям, Альпадрумадхам, Шримат.